Христос воскресе! Мир вам и Божие благословение, братья и сестры! Благодарю всех, кто вчера был на нашем концерте, и тех, кто мысленно был с нами. Сегодня мы продолжим разбор песнопений Тропарей и Ермосов пасхального канона святого Иоанна Дамаскина. Мы дошли с вами до восьмой песни. Ермос, песнь восьмая. «Сей нареченный и святый день». «Сей нареченный и святый день, един суббота Царь и Господь, праздников праздник, и торжество есть торжеств, волни же благословим Христа вовеки». Христос воскресе из мертвых. Придите нового винограда рождения, божественного веселья, в нарочитом дни воскресения, царствия Христова приобщимся. Поюще Его, яко Бога вовеки. Второй тропарь канона мы оставим на завтра с его стихотворным переводом. А сейчас послушайте «Троичен». Песнопение, одно оно в каноне, посвященное Пресвятой Троице. «Пресвятая Троице Боже, наш слава Тебе! Отче Вседержителю и Слове, и Душе, треми соединяя моего ипостасях естество, пресущественне и пребожественне, в тя крестихомся, и тя благословим во вся веки». Стихотворный перевод восьмой песни, Ермоса восьмой песни, звучит так. «Вот день великий, день святой, вот день единственный, преславный, он выше всех суббот, прямой он их владыка, царь державный. Он праздник праздников земных, он торжество торжеств святых. О, будем, братья человеки, благословлять Христа вовеки». А послушать сегодня в хоровом исполнении я предлагаю песнопение пасхального канона несколько другого распева. Его записал и издал архимандрит Феофан Александров, который был наместником Московского Донского монастыря в середине 19-го столетия. Это был композитор-дилетант, композитор-священнослужитель, не имевший специального музыкального образования, но, тем не менее, очень талантливый и, конечно, глубоко церковный человек. У него был очень известный в Москве большой смешанный хор. Это был, конечно, хор таких же любителей, ревнителей церковного пения. Он управлял этим хором, для этого хора писал свои песнопения и исполнял эти песнопения за богослужениями в Донском монастыре. О нем будет сказано еще более подробно, поскольку точно дата его рождения неизвестна, но приблизительно это 1700 или 86 или 87 год, то есть где-то в этом или в начале следующего года должно исполниться 130 лет со дня его рождения. Послушаем «Ермосы» пасхального канона 1, 3 и 6 песни архимандрита Феофана. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Придите, пиво пьем новое, не от камня, не плода, чудодеяние мое, а не тление источник из гроба, о дожди и шат Христа.
Прощаемся на сегодня, братья и сестры. Мир вам и Божие благословение. Христос воскресе. До завтра.